Почти 1,5 миллиона кубов мусора вывозят из частного сектора Самары ежедневно. За 4 года здесь установили порядка 300 бункерных и контейнерных площадок. Однако иногда эта мера не помогает бороться с несанкционированными свалками. Есть случаи такие. У нас есть овраги, к сожалению, которые приближены к частному сектору, и жители не доносят до контейнерных площадок свои отходы. Случаи единичные, но чтобы не было соблазна выбросить мусор во враг, на пути к нему предложили установить бункер или контейнерную площадку. Первый вице-мэр Виктор Кудряшов дал поручение своим подчиненным еще увеличить количество площадок для сбора мусора в частном секторе. В 4 раза сократилось количество свалок несанкционированных благодаря этой работе. То есть она дает результаты, пусть мы идем на какие-то дополнительные издержки, но бункеры, контейнеры это недорого относительно стоит, но это все равно дешевле, чем потом выгребать эти свалки. Кроме того, чтобы мусор не копился на площадках, необходимо заключать договоры со специализированными компаниями на его вывоз. Сейчас такие документы имеются лишь у половины хозяев частных домов. Первый вице-мэр поручил главам районов еще раз провести разъяснительные беседы с остальными жителями. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».